нас тут елки продаются. А почем елка стоит? Почем? Ель, сосна, пихта, что это рисует? Ну вот это вот, например. Это сосна. Сосна, почем сосна? Сосна, вот 1200. Это штука. Уже вся штука? Штука, да. А по метрам как-то не делите? Нет. А вот другие, это все живое, да, у вас? Все живое. Вот смотрите, какая красавица, ага, девушка. Интересно, это по пихта. Ценам. Это пихта, да? Вот пихта, самая большая, она единственная. И сколько она? Это 16. Тысяч? Да. Настоящая пихта? Настоящая пихта. Покупают? Да. Вот маленькая есть, девушка. 500. А маленькая? А, маленькая. 500. Вон 300. Самая дальняя вот. Ничего такая. Себе у вас елки. Они либо это королевской породы у вас. Вот, смотрите. А, ну это прям выглядит. Вот 3500. Можно 500. Даже не наряжать ее. Ну да, она сама по себе. Да. Откуда елки, если не секрет? Вот эти пихты с Польши. И они уцелели, пока вы их Конечно. Довезли? Это датская пихта, она да, в Польше в питомнике растет, она с паспортом, с документами. О, можно глянуть, ух ты, и правда с паспортом. Конечно. То есть в этот раз все так официально, да? Да? Или в Анапе всегда так, я просто первый год попадаю на елки живые. Захотела цены посмотреть. А вот это вот соседняя сколько 4. Будет? 4, да? А какой у нее метраж, чтобы нас тут, потому что на телефоне не видно. Ну, не 500, это пихта. Метраж, ну давайте посмотрим. Я 1,75 м. А, ну то есть полтора где-то, да? Ну, это 1,50 м, да. Ага, ну. То есть самая дешевая это сосна там, да, была? Да, самая дешевая была сосна. Сосна, да. Они все одинаковые цены или есть подешевле, подороже, там как? Маленькие. Ну да, мне самые дешевые. Или они попозже появятся? Попозже, вечером. А, под вечер. Они там от 500, от 600, там разные. То есть вообще будет. Да. А я это думаю, просто большие из-за этого. И они подешевле будут, там 500-600 за погонный, да, вот это? Спасибо. А эти откуда елки, если те из Польши были, то... Наши. Анапские. Не анапские, ну, в смысле, с России. Русские. Спасибо большое. В общем, ребят находятся возле Магнита здесь, на Анапском шоссе. Приходите, покупайте елочки.